На конкурс дети читают стихи, выступают, снося народ. Что такое День Победы, Усачев? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, машины устроят солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.